Ребята, всем привет, с вами Александр, у нас атака Птеранодона, ну не только Птеранодон, тут еще Кецель и ГЦ, Гаптерикс, да, правильно я понял? Кецель, да, Кецель. Давайте посмотрим, что они тут могут. Они замедляют подмена со щитом, замедляют щит подмена со щитом. Так, нейтрализация, сквозь щит, замена, короче, это будут еще тачи харда. Но скоростной из них только Птеранодон, но он мне вообще-то как-то вообще не страшен. Так, давай тебя не буду брать тогда, возьму вот этого парня. Возьмем еще вот Эдмонта Гуанодонта, я его качнул на 23 уровень. Так что давайте будем начинать. Ну, на самом деле, ну, постараюсь вот этого парня не брать, он у меня имбовый. Но посмотрим, противники у нас макси-левел. Ну там мой один трикозавр стоит минимум двух из них. Прам-прам-прам-пам-пам. Давай начнем с него. Он, наверное, самый медленный. Здесь Гац. Ну что он может замедлить меня? Как-то вообще неинтересно. Щит по барабану. Но он больно бьет. Ну, я тоже, конечно, не просто так, но он сейчас будет подменяться. А, вот так. Так, ну, подмена имеет приоритет, к сожалению. Блин, а это было сколько блокировка? 50%. На тебе так. Давай, сделай его, сделай. Черт, не сделал. А ну давай вот так. Он как раз сейчас пока заблочен. Ну, может, запарализуешь его? А какая скорость? 107. Ой, слабенькая скорость. Оглушение сработало, но что оно нам даст? Ну, может, нейтрализация. Он снова подменился. Щит поставится, а мы его нейтрализуем. Да, кстати, ну, очень хорошее умение для данного момента. Так, сейчас нам прилетит. Но это пока не страшно. И вот так вот. Ему хана, 100%. Он же подмениться не может. Не может. Ну, конечно, зря израсходовал довольно сильный удар, хотя, блин, он слабовато бьет, 950, конечно. В моей команде он слабачок. Ну, вот так можно сделать. Подхиляться и свалить. Добьет. Ну, что поделаешь, неудачная, так сказать, подмена. Так, мы еще Птеранодона-то не видели. Он свалит. Нет, не свалил. Это очень зря. Так, 127. Ну, мой парнишка побыстрее, да? Мне 128. Отлично. Сейчас Птеранодон, наконец-то. Наконец-то соизволил появиться. Ну и, в общем-то, и все. Ну... Это, а, у него контратака была такая некислая. Ну вот и все. По-моему, подменяться ему не на кого. И я потерял одного, получается. Ну, из-за неудачной подмены. Так, а я еще кого-то качал. Я Эдмунда Гуанодона качнул на 23 уровень. И еще кого-то качнул на уровень. А, и Тенентарекса я качнул еще. Да, кстати. Там было редко, я что-то прочитал дикий Птеранодон. Так, а ну давайте сейчас мы заглянем. Вот этого парня я еще качнул на 23 левел. У меня здесь все, в принципе, нормально. Клетки есть и те, и те, и те. Да, чего мне не хватает сейчас, это вот, да, Игуанодонов.
обычных вот этих вот. Я уже дважды просил их в альянсе, кстати, я сейчас перешел, да, из японского альянса я ушел. Я сейчас в нашем альянсе Jurassic World Alive Rus. Ну, здесь нахожусь. Так что, ну, будем смотреть. Здесь тоже активненько. Смотрите, у нас еще почти 3 дня, уже ранг 4 есть. Здесь ребята играют активно, это хорошо. Да, я уже дважды просил у них обычных игуанодонов, и мне насыпают, я тоже насыпаю, потому что это выгодно. Если у тебя есть лишние вот гены, ты их можешь, это по факту рынок, ты их можешь продать, потому что вот за пожертвования тебе отдают вот монетки. Ты можешь там нажертвовать, кого не жалко, ну там каких-то урхозавров. По-моему, они вообще никуда не идут. Тем более расход такой мизерный, 16 гена на 48 монеток, ну почему бы и не потратить. Так, здесь максимум. Вот эти, ну, обычных оставлю, потому что, может, гибриды же, насколько я называю, появятся скоро. Так, ну, вот я там тарбозавриком раздавал людям. Так, ну, куда ты делась? Вот, заполнил этому парню максимум лимита. Ну, дальше у меня у самого мало. Эти мне, ребята, пока нужны. Ну, вот так вот как-то. Понемножку. Димитродоны вообще нужны мне куда-то. Ну, с этим, в общем-то, буду как-то разбираться. Ну, и здесь по условиям. Еще инкубатор мне какой-то открыть бы. А у меня есть, к сожалению. Вот в таком вот людном месте я обитаю, да. Это всеми, точнее, мной исхоженный вдоль и поперек тысячи раз. Это лондонский зоопарк. Я тусуюсь только тут. Уже, наверное, второй год тусуюсь. Здесь всего полно. Так, и вот такой вот у нас будет битва. Два боя я уже сделал. Это у нас получается Блюшка, Тиранозавр и Индоминус. Ну, вот так мы пойдем такой вот комбинашкой. Пойдем разберемся. Так, так, так. Ну давайте Монастигатопс. Крутое животное, давненько им не сражался, и он против Блюхи. Так. Ну вот так сделаем. А, она какую-то глупость сделала. Отлично, зато следующий удар будет нейтрализация и пробьет его насквозь. Изи катка. Снимаем защиту и уничтожаем. Так, вот тут теперь у нас Индоминус появился. Можно... ну, запарализовать. Глупая затея, да? Индоминус... Оу, иммунитетная тварь у нас. Так, следующий удар будет болезненный. Так, давайте вот так сделаем. Ам-нам-нам и нету. Слабовато, конечно, 1600, но тем не менее. Его величество Тиранозаурус. А ну давай. А, это оглушение, ничего не дающее. Ну нас критануло. К сожалению. Ну, давайте крутика возьмем. И добиваем. Вот и все. Так, ну и тут еще мы много чего повыполняли. Так, по Ураничу. Ну-ка, вот это вот, есть ли здесь это задание? Ежедневное сражение. Так, совершите необходимое количество выстрелов дротиками. Да, я сегодня еще не стрелял. И
Проведите необходимое количество прямых попаданий, вот я тоже смогу выполнить. Всем пока!